до начала одного из самых популярных турниров по смешанным единоборствам М1 Челлендж. Битва в горах. Остается совсем немного времени. Уже 22 июля в Таргиме Джерахского района пройдут первые поединки под открытым небом в окружении величественных гор и средневековых башен. Это уже шестые по счету соревнования, первенство. Ну а первый турнир «Битва в горах» состоялся 6 июня 2012 года. Количество зрителей тогда составило около 20 тысяч человек. Гостями битвы стали известные спортсмены Магомед Маликов, Адам Барахоев, Рахим Чехкиев, Султан Ибрагимов, Ислам Дугучиев и Адам Халиев. Помимо российских спортсменов, в боях турнира приняли участие представители Франции, Болгарии, Испании и Хорватии. В главном поединке турнира встретились Александр Емельяненко и Ибрагим Магомедов. Но последующие турниры с каждым годом становились еще более масштабными и зрелищными. Транслируют битву национальная телерадиокомпания «Ингушетия», телеканал «Россия-2», «Боец». Таким образом, число постоянных зрителей битвы в горах превышает 1,5 миллиона человек. В этом году М1 Челлендж обещает быть еще более грандиозным. В общей сложности намечается 12 поединков, 7 из которых проведут представители нашей республики. Помимо поединков, зрители также могут послушать любимых музыкальных исполнителей и насладиться выступлением национальных ансамблей. Ну а приобрести билеты можно в кассах Дворца спорта «Магаз».